Привет, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, и это прослушка. Сегодня будет непростая прослушка, так как эту песню я уже послушал. Я посмотрел прямой эфир World Skills, где, собственно, Ливан и представил эту песню. Непростая, потому что меня просили еще как-то прокомментировать ситуацию, этот конфликт между Black Star и Ливаном. Вот, но перед этим давайте все-таки послушаем песню, студийную запись. Вот я сразу оценил, как только началась эта песня, что здесь оркестр, и это очень красиво звучит. Вот. И знаете, вот этот вот бит, он мне немного напомнил песню Fort Minor, High Roll. Я просто вообще, наверное, безумный фанат Майка Шиноды. И до дыр затер The Rising Tide альбом. И там есть песня High Roll. Ну, это одна из любимых моих песен. И вот чем-то напомнил этот ритм мне песню. Что касаемо текста, это тот же самый мотивирующий Ливан. И очень запоминающийся припев. В любом случае, я рад, что Ливан вернулся и продолжает нас радовать песнями, музыкой. И я видел в сторис, как оркестр играл, и, по-моему, эту самую мелодию. Это круто, если прям вот они так подходили к записи этого трека. Ну, собственно, неплохая песня, я ее себе добавил и уже слушаю, так что, если вам зашло, то тоже добавляйте себе. Она уже есть в ВКонтакте, в Apple Music и вообще везде-везде. Что по поводу конфликта Black Star и Ливан? Я, конечно же, на стороне Ливана. Я считаю то, что артист должен уходить с лейбла со своими песнями, как на Газголдере. Но тут, конечно, другие правила у Black Star. Я не знаю всего, и многие вообще не в курсе всех событий, как там у них все это происходило, но очень хочется мне, это вот просто мое мнение, очень хочется, чтобы его все-таки отпустили, так как он многое сделал для Black Star, и на Black Star многие начали обращать внимание с приходом L1, Кристины Си и Мота, ну вот в далеком 2013 году. Так что, ну, мне кажется, большую часть привлек L1. Вот. Что касаемо денег, которые он там хочет еще отсудить, то пусть делает, что хочет. Это его право вообще. Если он считает, то, что это все его, то почему бы не забрать? Многие рэперы пишут: беру свое и так далее. Вот и L1 решил забрать свое. Посмотрим, получится у него это или нет, но я в любом случае держу кулачки за него и его поддерживаю. Ну а вам спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчики. Короче, всем пока. Check it out!